Всем привет! Сегодня я получила заказ. Это Must Have Edition, капсулы красоты. О них я буду рассказывать в другом видео, которое назову так условно мои лайфхаки от Essence. Вот. Следующее это дезодорант Noir. Noir это группа духов в разделе 4 элемента. Их целых 7. Ну и помимо этого есть еще и 7 дезодорантов. Здесь у меня Noir номер 5. Словом, если вы хотите хорошо, дорого пахнуть, даже не применяя духи, вот это то, что вам нужно. Дезодорант Noir. А номер уж выберите сами, какой вам нравится. Это дезодорант не перспирант, точно так же, как и вот этот от Essence. Но никакого запаха пота, даже с хорошим обонянием от вас не будет. Если вы, допустим, утром наносите на чистую кожу дезодорант, ну я вот этим пользуюсь, я сейчас покажу, это твердый дезодорант, да, Deo Stick, вот такой немножко прозрачный, вот, а это дезодорант с распылителем, вот, видите, со распылителем дезодорант, это и как подарок будет просто превосходный, да, вот смотрите, такая с, как сказать, такая черная с золотом коробка и сама упаковка просто, ну, красиво, это красиво. А вот этот тоже может стать подарком, вот такой наборчик кремов для рук. Прекрасные крема, я такими пользовалась, удобно в сумочку положишь, и если у вас сухая кожа, как у меня, и вам надо будет намазывать руки кремом не только дома, но и где-то вне, вот самое оно. И есть еще вот такой крем для рук, и еще есть лосьон для рук, на самом деле у меня тоже такой есть, и он, видите, по объему больше с собой, в принципе, тоже можно брать, но, как бы, так сказать, таскать уже ощутимо. Кажется, что он там. Ну, тем не менее. Вот. И можно кому-то подарить такой неплохой достаточно подарочек, потому что этот крем и пахнет натуральными ингредиентами, и содержит таковые, а также не оставляет жирного следа, хорошо впитывается и помогает вашей коже, сглаживает вот всякие там неровности, морщинистости на руках, особенно хорошо после, вот я сейчас тоже буду намазывать, после того, как вы повозились в воде. Ну, как наносить крем, все знают, то есть я, как бы тут сказать, Америку не открою, что-то новое, да, вот такая у него консистенция. У меня, в принципе, все, спасибочки за внимание, увидимся в следующих видео.